Всем привет! В этом видео небольшой обзор моего тревел-бука из прошлогоднего отпуска в горах. Сам блокнот я сшила сама, здесь не очень много страниц. Он сделан из разных бумажек, из карт и страниц из журналов. Я заполняла его во время поездки и уже после доделывала некоторые развороты. Ну, первый разворот, в общем-то, здесь все понятно. Здесь парочка фоток, которые я печатала на карманном принтере. Посадочные из самолета и заголовок из самолетного журнала. На втором развороте этикетка от воды из отеля и мини-фотка, которую там бесплатно можно сделать, когда поднимаешься на вершину горы. И даже у нас было несколько фоток, но я вот эту одну вклеила сюда. Ну и наклейка, которую я там где-то купила в сувенирном. На этом развороте этикетка от вкусного лимонада, который продается только где-то на юге России. И вот всякие влажные салфетки, упаковки от них. На этих страницах карта парка водопадов и парочка моих фотографий оттуда, когда мы туда ходили. Мне очень там понравилось гулять, и была хорошая погода в тот день. Дальше идет разворот, на котором приклеены снова какие-то упаковки из отеля и просто дополнены скотчем и наклейками. Ничего такого особенного. Какой-то билетик еще откуда-то. Дальше снова бумажки из отеля, там была такая вот бумага и была штука для ключей от номера, я вообще люблю ее всегда вклеивать, и сами вот эти билеты на канатки, их потом не забирают, их отдают и можно себе их куда-нибудь применить. Ну вот я здесь положила два, там я еще дальше вклеила на какие-то следующие развороты. Здесь страницы не белые, поэтому выглядит не пусто, хотя элементов вообще немного. Вот этот разворот про качели на пике, где я качалась над пропастью. Вот это я на фотке, тут, конечно, непонятно, но это я. И сюда отлично вписалась рамка от марок, которые с Розой Хутор, и я их брала для отправки оттуда открыток. Следующий разворот про Родельбан. В общем-то, здесь просто вырезки из всяких рекламных буклетов и карта. В общем, ничего такого особенного, но мы там катались, мне понравилось. Это, значит, разворот про этнопарк «Моя Россия». Никому не рекомендую туда ходить, но у нас он был бесплатно, так что мы сходили в плохую погоду. Но это очень странное место. Такое же странное примерно, как музей археологии, который находится там рядом. Но он тоже был бесплатный, поэтому тоже сходили. На этом развороте карта всего курорта, прогулочный билет на канатку и рекламная визитка ресторана, который был в нашем отеле. Дальше идет билетик с канатки, еще один я сюда приклеила. И вот этот вот вид с канатки на Розу Хутор. Вот эти здания с такого расстояния можно смотреть. Вблизи они, конечно, не очень выглядят красиво. Следующий разворот про Сочи. Мы там перед самолетом успели сходить в дендрарий, съесть там мороженое, и было тепло, и вообще прям жарко даже. Кроме дендрария, мы еще зашли в магазин под брендом «Рыжевый Званушек», и я там купила вот такие сувенирные купюры, мне почему-то было очень смешно. Ну и на последнем развороте билетики обратно, и такая мне очень нравится красивая пленка, это из набора самолетного с приборами. Вот такой блокнот, не особо он высокохудожественный, но мне нравится так сохранять всякие бумажечки из путешествия и вспоминать какие-то моменты. Спасибо, что посмотрели, всем пока!